простой затянулся на полгода. Лишь в январе 95-го Алау вновь загорелся на экранах, переживая свое третье рождение. Но это уже другая история. Обо всех происшествиях и интересных событиях звоните нам 53 88 20. У истоков программы стояли известные на казахстанском телевидении личности: продюсер Алмаз Узаков и журналист Геннадий Власов. Первоначально идея ежедневного показа всякого рода криминальных и чрезвычайных происшествий многим казалась утопией. Я тряслась, боялась, заикалась, запиналась. Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телекомпании «Алау». Открывает новый день моя планета. Три! Дарит солнышко лучи большого света. В разбудильнике как-то сразу сложили. Кешар қымбатты көрермен, хабар арнасының ақпараттар қызметі тіке. Здравствуйте, вы смотрите новости КТК. В студии Шолпан Ильясизова и Алексей Шахматов. Программа «Акпар», в студии Екатерина Зайцева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях.
спустя 10 лет.